советская власть. В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли, так или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть.